Томаты и перцы особенно требовательны к наличию магния в почве. При его нехватке растения перенаправляют его из старых листьев в молодые листики и в плоды, из-за чего растения начинают страдать хлорозом и ткани со временем отмирают. Одним из мощнейших удобрений, которые содержат магний в нужных дозах для кустов помидор и перцев, это калимагнези. Она легко растворяется в теплой воде, не слеживается, обладает большим сроком годности и обеспечивает правильные дозировки. Это вещество можно вносить перед посадкой растений при перекопке почвы по 10 граммов на каждый квадратный метр, но я предпочитаю делать профилактические опрыскивания растений в конце июля. Просто развожу 20 граммов калимагнезии на ведро воды и обильно опрыскиваю. То же самое и с препаратом MagBor. Он отлично компенсирует дефицит магния и бора, является абсолютно чистым и безопасным для растения. Особенно требовательным к этому удобрению являются томаты. Без бора и магния завязи будут формироваться слабыми и в небольших количествах. А подкормка поможет нарастить огромные плоды и в больших количествах. Особенно в теплицах внесение этих двух препаратов будет эффективным. Дозировка может зависеть от типа почвы. На тяжелых почвах на 1 литр воды под каждый куст необходимо развести около 2 граммов магбора, а на легких почвах около 1-1,5 граммов на каждый литр для полива.